В любых предметах, которые вы используете, очень похожее действие. Вы просто не знаете, что можно ключами, например, пользоваться как ножом, да, как лезвием. Зонтик может стать очень серьезным оружием. То есть, если у вас есть зонтик и вы что-то умеете с ним делать, то в принципе это лучше, чем быть без зонтика.